Привет! Приближается летняя сессия, а за ней долгожданный отдых. Чтобы хоть как-то отвлечься от зубрежки перед зачетами и экзаменами, смотри последний в этом учебном году выпуск афиши «Маховой 9». С вами Максим Докучаев. Что обычно ждет нас в мае, кроме зачетов? Конечно же, конкурс Евровидения. И пускай в этом году мы не сможем посмотреть выступления всех талантливых артистов в Роттердаме по телевизору. Официальный канал Евровидения на YouTube запустит онлайн-трансляцию клипов на песни всех участников в эту субботу, 16 мая, в 22:00. Никакого соревнования, только взаимная поддержка и наслаждение музыкой. Не пропусти, ведь помимо музыкальных видео, организаторы припасли несколько сюрпризов. Громкий фестиваль, который заряжает энергией до самого лета, пройдет в этом году с 15 по 21 мая в онлайн-формате. ВК-фест начнется уже в эту пятницу в 16:00. Баста, Макс Барских, Руки Вверх, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Хлеб, Федук, Маруф и еще множество любимых исполнителей будут радовать нас своими хитами всю неделю. Бесплатные трансляции будут проходить на официальной страничке фестиваля ВКонтакте. Расписание смотри там же. Мы не можем уйти на каникулы, не сказав о театре. 15 мая в 19:00 на YouTube-канале Малого театра пройдет онлайн-трансляция спектакля «Пиковая дама». А ровно через неделю, 29 мая, в такое же время, еще одна постановка «Ревизор». И на этом не все. Подключайся 19 мая и насладись комедией по произведению Островского «Бешеные деньги». Еще больше эмоций получишь при просмотре драмы «Сердце не камень». Незамысловатая пьеса Островского про проблемы, актуальные сегодня. На этом все. Весь год вас радовала афиша «Маховой 9». Желаем вам приятных каникул и удачи на летней сессии. Увидимся в следующем году.